Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как помыть окна, чтобы они были чистейшие, также не оседала пыль, блестели и не было разводов. Все, что нам нужно. Способ простейший. Ничего покупать не нужно. Вот это средство, которое я вам покажу, есть в каждой аптечке. Стоит вообще дешево. И работает на 100%. И дело в том, что если использовать какие-то моющие средства, то остаются разводы, как правило. А здесь ничего не остается. Я беру 1,5 литра примерно теплой воды и понадобится обычный йод. В воду я добавляю примерно 10 капель йода. И цвет воды будет слегка такой желтоватый. Беру салфетку и начинаю мыть окна. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. После того, как я помыла, использую вот такой вот скребок, по-моему, называется, резиновый, везде продается. И я убираю излишнюю воду. Если на улице тепло, хорошая погода, то стекла высохнут сами. Если такого нет, можно взять обычную газету, сделать из нее такой шарик и отполировать все окна. И это будет и быстрее, и окна еще будут отполированы, стекла имеется в виду. Вот такой, друзья, классный совет. Напишите под видео, вы слышали про такой совет? Может быть, у вас есть какие-то свои проверенные способы. Напишите под этим видео. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.